Я и Ващенко Ольга Николаевна в третьем поколении. Говорю вам всем, что в 2013 году я ухожу в декретный отпуск. С кем? Что значит с кем? Я планирую родить дочь. С Финляндией? Нет, без Финляндии. Зачем же с Финляндией? Когда зародыш будет? Овощами. Ну какая тебе разница, когда будет зародыш? Он красивый? Кто? Зародыш. Зародыш? Нереально. Потрясающе красивый. От кого ты хочешь получить? Какая тебе разница? Как это какая? Коллектив должен знать, от кого ты собираешься. Главное, что это осуществится в 2013 году. Я здесь тоже был. Имя. Что, чье имя? Это мой телефон. Зародыша? Моя мандаринка. Не, ну вы, конечно, будете ржать. Нельзя просто так снять видео без моего телефона и моей мандаринки. И без Финляндии. Не, ну я планирую дочь назвать Тамара. А кто будет отцом дочери Тамары? Это грузинский заезд. Я проводим аукцион. У нее же не Гверцетели будет фамилия? Нет. А как? Я не скажу. Ну, мужская. Не, мужская? Смирнов будет. А имя? Смирнов? Тамара Смирнова. Тамара Смирнова? Че ж Смирнова? От Володьки Смирнова. От Володьки? Все, я уже сказала, все. Слышь, клюила. Все, мы не дождемся имени. Чей? Дочери? Тамара, мы же не сказали. Нет, имени... Володька Смирнов. Нет, осеменителя. Имя осеменителя, Тамара, пожалуйста. Тамара Навахарская. Да-да, я тоже это все видела. Кто осеменитель? Что значит осеменитель? Осенизатор. Осенизатор, я вообще не понимаю, кто это. Опять в Финляндии? Сережа, ты хочешь делать предложение? Я не понимаю. Я только, я только режиссер. Режиссер. Все. А съемка окончена. Все, закончили снимать. Интервью закончено.